Не знаешь, где выгодно купить лицензионный ключ или просто не хватает на GTA 5? У меня для тебя есть решение. Рекомендую тебе торговую площадку ggsell.com. Тут ты сможешь безопасно купить игры по самым низким ценам. Администрация следит за своими продавцами вплоть до каждой продажи. Заходи и покупай игры максимально выгодно. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Даня, также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, это шоу «Эксперименты». Привет, ребятушки. Итак, ребята, сегодня у нас эксперимент со спуском без тормозов. Давненько у нас не было этого эксперимента, и вот решил для вас его сделать. У нас, ребята, обновленная рампа, где у нас есть много новых разных причин упасть, скажем так, много разных препятствий, даже есть расстроение дороги и так далее, поэтому будет весело и интересненько, ребятки. Давайте мы соберем 5000 лайков, я выпускаю для вас новенькую серию по данной рубрике. Будет у нас всего 10 раундов, поэтому, Юрец, по самому началу делаем с тобой по одной тачке и спускаемся вниз. Так, у тебя так, ха-ха-ха, понимаю, это будет интересно, поехали, let's go. А ты что, типа этот? Let's go. Дневной дозор, все дела? Ночной дозор, да-да-да. Блин, тут фига дневной, он... Дневной, ну, он дневной. А где пролезу вообще, алё? Не знаю, так я вообще с трудом пролез. Алё, я там реально пролезу, с трудом. Думаю. А я здесь сбоку прямо. Какая у тебя скорость, скажи мне? Я по накат... Ох, нихер. Не, это нереально. Вот на этой чароборине. В шоке так, что был хреной. Ты просто прикинь, ты просто едешь такой, чилишь, и мимо пролетает газик. Да, ну не, это нереально было на этом ехать. Он очень такой прям, ну, вафля какой-то он. А, бедненько. Но Юрец пока спускается, твой балл уже точно. Я забыл про это говно. Так, мечи все разлетелись все в разные стороны, и Юрец спускается дальше. Ну, ты, однако, на удивление нормально идешь. И на удивление ты очень нормально... Взорвись! Да не взрывается вроде. Блин, обидно. Ты прям на удивление хорошо идешь. Ты вообще как, собираешься? Ты собираешься тормозить или как, скажи мне? Мне и так неплохо, если честно, пока что. Тормози! О, полетел. Ой, красиво. Красиво, идеально. Полетел и прям о, да. О, это что так, какие уголки? А что дальше? Ты капец как едешь, Юрец, хорошо в первом же раунде. Алло, здрасте. Ты недалеко ли собрался, ты мне скажи? В лес. Тут финиш уже близко, если в лес, да, прямо? В лес прямо, смотри. Где я, блин? Встал? Ну я кубарем-то, наверное, по... А, стой. Я вот так сейчас поставлю, чтобы... Yeah! Ну хотя бы экстра балл, это очень хороший результат, да. Окей, ребят, ладно, делаем тачки, давай по одной будем сегодня мы тупо делать машины, то есть без выборов, поэтому... Да, понимаю. Интересно. Ладно. Что-то мимо, нет? А, нормально. Ладненько, поехали. Быстрее до финиша доберусь. Ну, по сути, да. По сути, вкусно. Вкусно? Не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. Короче, ладно, поехали. Надеюсь, сейчас я потащу. Ну, на самом деле, я... Не сказал бы, что... Ой, хреново, я за тобой прям... Да? Прямо по твоей траектории проехал один в один. Ты списался, все нормально? Да, еду. Капец, какая скорость, скажи мне? 140 уже. 140 тоже. 142. Охренеть, полетели. Ай-яй-яй-яй, здесь что? Пролез. Пролез. Нет! Нет! Ты тоже летишь? Я все упал. А ты это чуть-чуть раньше! Чуть-чуть раньше! Фу! Непонятно, как, конечно, оценивать, но ладно. Ну я прямо здесь пересек линию, поэтому я... Ты вылетал там еще, да, раньше намного, конечно. Короче, 1-1, ребят. Ну, с тобой пока экстра балл. Ладненько, это было жестко. Давай, впереди у нас третий раунд. Сделаем с тобой по одной тачке. Это не краш? Это не краш, это GTA-шная тачка, она считается. Да, это жестко. Поехали, посмотрим, что получится. Что там эти номера? А, Юра. О, Юрач! Юрач! Так, Тарантайк, который... А у меня на номерах написано РМП. Попробуем. 04-362. 04-RMP-362. Тун-тун-тун. Короче... Ты куда полетел от этого? Какая скорость? Да бешеная что-то. А если поточнее? Ты что замолчал тут? Фу. Ладно, я, честно говоря, не вписывался, просто увидел тебя и подумал, ладно уж, хотя бы полечу. О, я даже застывил-то, смотри. Вот жалко, что Ники было видно, так бы, может, этот в меня бы врезался. Так, нормально. Идем. Опасно так как опасно. Делаем прыжок. Может быть, зря. Ой-о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 й-
Нормально. Хорошо.
Да, я поехал. Слушайте, ну уже 2-1 минимум, но нужно за экстрабалом ехать. Нужно ехать и бить твой экстрабал. В деревне, которая там в деревне где-то стоит. Ну так-то да. Так, аккуратненько, здесь уголки, мы проезжаем. Здесь, блин, а как здесь? А здесь, а, понял, бляха, забыл. Ну, как сказать, а, нормально, да, реально повезло, смысле? Посмотри. А, ты у меня изнутри, короче, у нее попал, понял? А, не, я вот именно врезался, получается, в это вот. Ну, короче, полукруг получилось, хорошо. А, здесь, зараза, еще это. Да. А я поеду? Да ну! Понимаю, да ну! Поймала, да. А я перелетел в тот раз просто. Да, ты пролетел, я думал, да. Откуда она здесь? Окей. Блин, обидно. Ладно, 2-1 получается. Ну, хотя бы в мою пользу, но я мог ехать и бить твой экстрабал. Ну, просто я даже не знал, ну, что такая штука есть. Я не видел ни разу еще. Это мне было очень раз в своей жизни, поэтому да. Ладненько, делай с тобой тачки, ёб поехали. Ёб твою мать! О, это то самое. Да как хочешь, езжай, если же хочешь жопу, езжай жопой. Нет, просто. Друг, не забудь подписаться на канал, а также поставить колокольчик, чтобы не пропускать новенькие видосы. Каждый день на канале выходят 2 новых видео. Приятного просмотра. i8 у меня поехали. Другая идея. Да, конечно, я не успел поехать уже. Уже 150, слышь. А слушай, если врезаться во все подряд, то как бы... Ну как бы... Потом на колеса хрен встанешь, да? Пофига ты там. Просто бля, чё, поеду? Чё? Ой-ой-ой-ой, чё, а чё? Ты чё там? Бляха, муха, меня мотануло. Так, тихо. Мне главное сейчас ничего не цеплять. Смотри, какая скорость. О, слушай, я думал прыгну. Меня, я кусочек коснулся и... Понимаю. Ты тоже. Я мог сейчас... короче, ничего не мог сделать я на ней. А я мог заработать свой балл, но я как-то здесь, короче, поворачивая, я кусочком, вот бампером задел, да. Блин, да, не смог вписаться, обидно очень. 2-2, ребята, 5-й раунд, let's go. Спавним по одной тачке. О, ну, в принципе, у нас с тобой такие, более-менее тачки. Да, одинаковые. Так, поехали. Давай. Тыц, холодец. А я что, быстрее? Да, что-то прям пошуршал. А что это я так пошуршал? У меня 50, у тебя уже, наверное, 60-80. У меня 90 уже. А, ну у меня долго раскрывалось просто, так-то я тоже уже 100 еду. Ага, это уже сотку. А, понял. Ну вот ты что здесь вот... Нет. На самом деле маневренность машины очень много решает. Да, о, фух. Повезло тебе, я видел. 150 скорость. Ну не, я скоростью далеко не уеду на самом деле. 130 пока, но... Ну слушай, однако пока еще еду. Однако пока еще пытаюсь. Ладно, прыгнем. Слушай, вроде как даже ровненько. Давай. Ладно тебе. Я улетел. Ты улетел? Да, я улетел. Хорош, есть, отличненько, 3-2. Я все еще еду, главное, на самом деле. Здесь такие тайминги были жуткие. Тоже надо было прыгать мне, но я там не вписался, короче. А, понял. Так, да, здесь там лучше... Там стоят красные штучки, там хрен проедешь их. Ага. На большой скорости. Так, а нам надо вспомнить. Здесь-то понятно, здесь нужно правее брать, насколько я помню. Вот так вот, хорошо. И, ага, а здесь нужно брать прыжок. А куда меня в сторону-то мотануло? Да ну нахер, меня в сторону мотануло и нет! Ты прикинь? И ты дальше. Чуть-чуть дальше. А меня почему-то на прыжке как-то в сторону вправо. Я вроде влево ехал, меня вправо, наоборот, кинуло. Ну ладно, 3-2, ребят. Тут прыгать не надо, но там на рандом чисто еще деревья поймать надо будет проехать. Да, еще деревья к тому же, да. Деревья жестко. Спавним, ёб твою медь! Да ну нахер, а у тебя что? Ну у тебя нормально. Какой-то. 3-2, поехали. Ё-моё, вот это жестко. Вот это очень жестко. Нихера ты разгоняешься. И куда мы с тобой с такой скоростью поедем? 90 уже еду. Понимаю. И куда мы с тобой так поехали-то, скажи мне. Я же никуда нахер не впишусь, да? Ну, я еду медленно. Ты как, ты меня не видел, что ли, Юрец? Я на телефон отвлекся. А, серьезно? Мне целый день звонит, как вчера, поэтому... Ой, 4-2, ребят, это было самое жесткое, наверное, за сегодня, что я видел. Хорошо, время 7-го раунда, погнали. О, это хорошо, маленькая изи. Ну что же, это будет интересно, поехали. Изи против Моргана, let's go, поехали. Короче, это будет интересно как минимум, но, блин, тут надо, конечно, постараться, потому что можно лохануться, как вот Юрец в прошлом раунде просто въехал в меня, ну, и да, в итоге... Ну да, телефон отвлек, это нормальное явление. А поэтому телефон убирай подальше во время записи, знаешь ли. Реальная жизнь как бы важнее, поэтому не получается. Куда мне так... Ты где там?
Меня понесло, и она как-то, она маленькая, видимо, скорость большая, ее занесло. Ну, я вроде жив, все в порядке. Жив, ну, цель, что, Орёль. Орёль? А ты летишь? А, здорово. Нихера. Красиво, да. Фига скорость у тебя хорошая. Я лечу 170 просто. Серьезно? А хели мне здесь тут делать сейчас? А, ну прыгать надо. Ты не вписался, видел. Ну нереально со скоростью 200 поедешь. Ну да. Ну тогда. А я прыгну. Понимаю. Ну, хорошо. Маленькая машинка-то ей так. Маленькая машинка, да, могёт. 4-2, ребята, уже как минимум счет у нас, или сколько уже? А, нет, 5-2, да, уже. Короче, я встал и... Ребят, вроде бы 4-2, ладно. Короче, я что-то запутался, пускай будет 4-2. Ну, вроде бы, или 5-2. Короче, не суть. Главное, что мой балл, поэтому хорошо. Спавним тачки, поехали. Первый у меня... Единственное у меня... Мне хорошо выпало. У меня Поршек тоже неплох. Поехали, let's go, давай. Давай, поехали. Вау, что это было? Ну что, будет интересно, правда, байк, конечно, это такое себе, блин. Ребят, я, скорее всего, мы ошиблись и провели 2 седьмых раунда, поэтому, ну, короче, ладно, я да просто давай, не помню. Возьми, да не, я просто что там по баллам-то, я не помню. А если вдруг нет, если вдруг я что-то... Просто я забыл, там, Юрий с телефоном... Значит, будет на один меньше. Ой-о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 й-
получилось максимилити тупо. Я хотела банку скорость снизить. В итоге я из-за того, что на этой банке на конце такая типа оплетка железная. Я в нее врезался, отлетел. Обидно получилось. А ты там где, скажи мне? Ты смотри, как прямо, смотрите, летит, а? Стрис-ракер, вон, на байке своем. Врум, врум. Просто полетит. Текстуры в рот, я вас всех! Ну, это не экстра балл, это радует. Да, не повезло, тупо. 4-3, ребята, время для 8-го раунда, короче. Делаем сейчас с тобой по тачке по одной. Ого, ты полетел, нормально. Так, у меня я сейчас... Я тебе сейчас в воздухе просто так что. Нормально. Короче, поехали, у тебя Бэтмобиль, у меня Руинер. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Будет интересно. Будет интересно, потому что, блин, у меня машина, конечно... Ну, это GTA-шная, по идее, GTA-шная, все плюс-минус как бы одинаковые, но у меня она на поворотах будет, правда, дрифтить. Это самый главный ее минус. Это самый главный минус. Сзади два парашюта стоят, по всякий случай. Вот здесь по-любому, здесь нет вариантов, кроме как... Ну да, я прямо вот в дырку. Красивенько, понимаю. Ровненько, но в дырочку. У меня, на самом деле, маневренный Бэтмобиль, поэтому... Вот, а я просто не смог. Здесь из-за прыжка получается, здесь нужно на не маневренных тачках именно прыгать. Это плохо, на самом деле. Это прям печалька. Так, блин, а ты у нас едешь. Пропал, да, поворот. Едешь, поворот. Вроде бы здесь нет поворотов. Ага, 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 ага. Нормально, 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 нормально. Мансиш и. Чё? И упал, да. 4-4. Не туда поехал, в другую сторону тут его ехать. 4-4, ребята, и экстра балл пока за бородатым. Поэтому время для 9-го раунда. Поехали. Так, у меня, короче. Что там у тебя? Да ладно! А у проезда нет. Ай, ну как я ехал. А попробуй. Ну реально слишком высокий. Попробуй. Сейчас в самый-самый угол. Ну давай. В самом углу не проедешь. Нет, ничего не вижу, если честно. Идеально проезжаешь прям в самом углу. Жесть. Да, ты проезжаешь в самом углу. А самое главное, быстрее тебя. Ты меня выкинул, слышь! А у меня вариантов не было! У меня вариантов... Пошёл ты, я маневр заново проеду. Давай еще раз полностью заново проеду. Да нет, зачем сдалека? Давай, давай, все, еще раз полностью заново проеду с тобой, и все, давай, давай. Тогда, давай. Ну давай, я буду первым. Давай, давай, просто я... Как протискивался, и тупо выкинул. Ты просто бачком ехал, я был быстрее, ты мне полностью дорогу перегородил, я тебе... А как мне еще заходить, бачком только? Ну так я тебе ничего не говорю, да ты там все возникаешь. Я просто, у меня тоже вариантов не было. Чехпых едет. Чехпых едет. Блин, он текстуру, короче, цепляет. А куда полетел? Я, да, ни одна машина не вписывается так, чтобы без прыжка, понимаешь? Поэтому кстати, приходится прыгать. Кстати, фургончик вписался, на самом деле, идеально. Серьезно? Да, я прям идеально еду для такой хрени, да? Это максимально тупо. Но знаешь, тупо не это, а то, что мне сейчас прям прыгать придется, потому что я... Так, ладно, я тоже полетел. Вот хрени. Но это рандом, это рандом, это рандом, это рандом, это рандом, это рандом, и... Повезло! Офигеть, меня затормозил, но я засейвился. Максимально повезло, просто. Так, ну, я не знаю, что будет. Там как вообще? А бочки взрываются, кстати? Ты что, все еще едешь, что ли? Я очень сильно остановился, застрял, поэтому я сейчас еду аж целых 30 км в час. 30? Но главное, еду. Слушай, а на самом деле, он, знаешь, его если бочком кидаешь, он как бы такой агрессивненький, молодой чебупель.
Я здесь. Я не влез, ну нахера ты это поднялась, эта штука? Я упал. Ну ты на меня смотри, что ты там смотришь, на хрень какую-то, тут на автобусе сейчас еду. Я фрижу. Ты понимаешь, я на автобусе. Ты смотри, какой маневренный на самом деле. Я смотрю за тобой, давай. Он реально маневренный. Да он медленный просто, поэтому. Ну просто я весь раз уже. Ты здесь не впишешься. А я здесь не впишусь-то, наверное. А, ну в принципе. Че за. Ну все. А, че? А здесь, да, здесь без вариантов, короче, получилось. А, ну надо было прыгать. Понимаю. Наверное, да, надо было прыгать. Ну хотя бы, ладно, хотя бы мой балл, ладно. Хоть 5-4 уже, а то я уж это испугался. Ну, скромно говорит, первый, который до сюда доехал. Ну да, однако. Время для последнего раунда. Давай, сейчас, короче, если побеждаю я, то выиграл я. Если ты, то выиграл ты, как бы. Все очень просто. Поехали, и у меня... Ёб твою медь. Понимаю, помянем. Ёб твою медь. Давай, давай ты первый. Уверен. Давай, давай, езжай. Ну, тебя машина, мне кажется, на карте получше поедет по скорости. Она летающая еще. Да, блин, страдали. Ну... Надеюсь, страдать не буду. А, какая скорость? 70. 70. Ну, 8. Стандарт. Блин, у меня тоже 80-90. Мне самое главное не это, а то, чтобы она в повороты заходила. Зашел я в поворот такой себе, но лечу. Куда лечу-то? Ай-я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 й. Ой, мне повезло! Ты это видел, не видел, не знаю. Я не видел, потому что я тут охренеть, я сейчас здесь как засейвился. Ты бы это видел. Ты бы видел, как я сейчас засейвился. Это просто было что-то с чем-то. Я так что мог улететь в дырку, но в итоге, короче, жестко врезался и да? машину на дорогу обратно, короче, выкинул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нормально. Слушай, на куда блин, скорость... такие скорости-то? Я врезался. А я здесь проеду, прям чтобы. Да. Ты врезался? Да, я врезался. На просто лютой скорости врезался. Да ну нахер! Да. Серьезно. Она большая. Главное, прикинь, если эти бочки тупо, я по ним проезжал, даже не чувствовал. А у меня подъезд хороший. Да, блин, ну обидно. Короче, 5-5 и экстра балл, конечно, получился, что твой, потому что. На самом деле, вот тут хрен проедешь. То есть их слишком много. Надо хоть ну здесь, делать. Да, здесь надо, во-первых, это доделать. И нужно убрать, видимо, вот, вот эту штуку, где вот двигающийся вверх и вниз. После этих прицелов здесь нереально просто проехать. Тайминг здесь поймать ну, просто да, невозможно. Ну да, там дерево потом ловить, как да. Еще хрен поймешь. Короче, ребятки, ставьте лайки с такой серией. Собираем 5000 лайков, выпуская новенькую серию по данной рубрике. Ну а сейчас спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока, ребята.